Оперативники в сфере нравов Сморгонского РОВД выявили 43-летнего жителя райцентра, который подозревается в совращении малолетней. Когда ей было 8 лет, она пришла ко мне в спальню. Я, находясь в уставшем состоянии после работы, я немного был выпил. Снял ее на видео без одежды и трогал за интимные места. В дальнейшем он периодически приставал к потерпевшей. Мужчина задержан. За насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к безопасности своих детей. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка немедленно сообщите об этом в милицию.